Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить фаршированные яйца с печенью трески. Нам для этого понадобится яйца, майонез, сыр пармезан, печень трески. Делим яйца напополам. И отделяем от желтков. Желтки мнем вилкой. Добавляем печень трески. И тоже мнем вилкой. Натираем сыр пармезан. Можете добавить чеснок. Добавляем немного перца. Я чеснок не добавляю, так как дети не едят. И майонеза. Фаршируем яйца. И выкладываем их в тарелку. Украшаем петрушкой. Наши фаршированные яйца готовы. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. И мы сегодня готовим ладушки.